Всем доброе утро! Скажи всем доброе утро! Доброе утро! Я сегодня такая хожу, думаю, не буду краситься сегодня. Сегодня вторник, все такое. Потом думаю, как не буду краситься? У меня же новая тушь, ее же надо пробовать. Так что краситься буду. А пока пойду разогрею блинчики. Я люблю разогревать их. Не, знаете, некоторые в яйце обжаривают. Я так не люблю. Я просто на сливочном, чуть-чуть сливочного масла. Вот, и буквально разогреть их. Вот, сегодня у меня будет на обед блинчики. На завтрак блинчики. На ужин точно не блинчики, потому что ужин. Если бы я вчера тогда пожлопала, но нет. В общем, да. Будем блинчики лопать. Так, парочку разогреть. Вот думаю, где, может быть, на гриле их нахерачить. Нет, на сковородке, на блин, разогрели и все. Потому что для пару блинчиков, вот те, которые сломанные у меня, порванные, где тонко, там и рвется. Мука какая-то другая, получились более тонкие. Это вкусу не помешало совершенно. Так что немного сливочного масла и разогрею. И буду завтракать. Смотрите, какие интересные облака. Прям дорожка. Дорожка такая путеводильная. Путеводильные. Есть такое слово вообще? Путеводильные. Чарли в шоке. Он не любит звон колоколов, поэтому не то, что не любит, он их боится. А церковь прям тут. Облака. Белокрылые лошадки, облака интересные. Море чернеет, надвигается шторм. Когда море черное, это к шторму. Я возвращаюсь на работу. Почему? Потому что, как всегда, забыла телефон. Вообще пипец, благо он тут у меня совсем рядом. Вообще, как голова дырявая. Как я бегу с работы быстро. Аж все забываю. Я уже дома, кашеварю. У нас, как я говорил, шторм, то есть ветер. Когда на море шторм, у нас ветер, значит. Ой, надо, кстати, сок себе выжать. Ой-ой. Там варю яйца. Будем есть сегодня цветная капуста с картошкой. Типа салата будет. Сейчас все покажу. Ну и, естественно, блинчики на обед. А как без них? Без блинчиков в масленную неделю, в масленичную неделю масленицы, в общем, без блинчиков никак нельзя. Вот. Что еще хотела? А, пока будет все вариться, пойду полы протру везде. В общем, вот так выглядит обед. Смотрите, какой желток от Таниных яиц. Пипец, прям он оранжевый. Добавила туда зеленый лучок. Ну что ты потеешь? Вот у меня сварилась картошка. Добавила тунец. Вот. И теперь все это надо вот так вот размять. Я люблю более кусковыми. Вот картошку разминаю. Масло оливковое. Добавила. Это мужу там буду собирать, но потом, когда он придет, полбаночки атуна мне, тунца, полбаночки ему. И вот так вот. Можно горошек зеленый добавить, но у меня его, по-моему, нет. Нету у меня горошка зеленого. А так можно добавить горошек зеленый. Зато у меня есть перец такой красный. Сейчас, сейчас. Вот такой перец есть. Это уже в духовке сделанный. Запеченный. Мне кажется, он сюда очень даже подойдет. И все.
Всем приятного аппетита. А часика через два я так подумала, блинчик съем с чаем. Немного о погоде в Испании. На улице 28 градусов. 28,5. Но ветер. Пипец, так сильно температура поменялась. Правда, жарище. А утром было 10, прикиньте. Кулечек для собак. Это стекло. Господи, упадешь. Стекло. У меня второй день мусор выбрасываю. Я вам говорила много раз, что я сортирую мусор. Вот сегодня утром пластик с картоном выбросила, сейчас стекло. Машину поставлю, завтра утром поеду у меня, потому что мусорки не под боком, нужно ехать. Ну, так и удобнее становишься. В общем, сумка для спорта собрана, нужно это сейчас надеть. Как всегда, там у меня белье, которое я только что сняла, но у меня уже нет времени разобрать его, потому что сейчас уже пойду гулять с Чарли и на прогулку, в общем. Потом, когда приду, разберу. Ничего вроде бы не задело. Попутно чай пью с молоком. В общем, такие вот у нас планы на сегодня. Пошла я переодеваться. Монтирую. И, в общем, дошла до собачки, которую я вот покормила. Их там, помните, я говорила, что они пропали. Потом они как-то появились. Там кольцо такое есть. И, в общем, ну, как обычно, на кольце там пальмы растут. Такое большое кольцо для, ну, для машин, да, для развилки, или как там ее назвать-то. И внутри травка, все дела. И они там любят загорать. И вот они опять появились. Там три собаки всегда. Вот, ну, такого же размера, да. И вот они появились. И сейчас вот я эту собаку, мне так ее стало жалко вообще. Увидела ее, почему я им и там дала еды, потому что я ее увидела. Я, потому, знаете, она ходила вот это, там такие вот, как холмы из вот этого вот, не щебенка, это не знаю что, глина, не знаю что. И она ходила и вот, знаете, звала своих сородичей, прям вот так вот, как подвывала, не выла прям так, а как-то по-особому звала. В общем, не могла, видимо, найти, где находятся ее сородичи. Собаки, они же всегда живут в стае, да? Ну, стараются стаями жить. И вот они всегда три ходили, даже четыре, но в основном три. Кстати, щенята там были куда-то, не знаю, в общем, что там, куда делись. Ну, просто мне так стало ее жалко, потому что она ходит вот так, туда побежала, сюда побежала. Вышла такая, прям начала подвывать, вот, звать своих сородичей, в общем... И я когда она учуяла еду, то пошла и поела. Не худые собаки, ничего не, знаете, не такие, не больные никакие, ничего. Вот нормальные, обычные собаки, но вот бездомные. Жалко их, страшно, но у них жизнь такая, скажем так. Вот я сейчас вспоминаю, жальче было своих собак, которые были у нас в деревне, жили при минус 25 на улице, в будках деревянных, и ничего с ними не было, они были привыкшие, да, к этой жизни,
и, может быть, даже по-своему счастливы, откуда мы там знаем. Это вот, вот это вот, если его, он сейчас окажется на улице, не дай бог, как-то потеряется или еще что-то, то он 100% не выживет на улице, потому что он спит под одеялом ночами. Какая ему улица? Он вообще, он когда, знаете, я иногда подглядываю, чтобы собаки от вас не убегали, вот, куда-то там, нужно делать так вид, что как будто вот оставить их одного, вот, чтобы он думал, что он потерялся. И тогда он испугается и не будет от вас никуда убегать. Я с ним пару раз так делала, он, знаете, где-нибудь там занюхается, загуляется, и потом хоп, меня не видит. И он прям сразу уши вот так вот растопырит, хвост подожмет, и вот так вот, и такой взгляд у него встал, туда побежал, сюда побежал, и не знает, что делать. Так его жалко, но я вот так его проучиваю иногда, потому что иначе никак, куда-нибудь убежит или еще что-то. Вот, пожалуйста, вам. Но это вот мой пес, он не выживет один на улице, потому что, ну, он полностью домашний. Куда ему на улице, он целоваться любит. Поэтому вот жалко, знаете, каких животных, потеряшек, которые жили или вот брошенных, которые жили дома-дома, вот так. Я вообще не понимаю, как можно холить, лелеять, любить, а потом взять и бросить. Я вот честно не понимаю, какое сердце нужно иметь, каменное? Или там по какой-то причине там, я не могу. Вот я, если представить, там от моего Чарли нужно как-то избавиться, как это, как частичку сердца оторвать, не знаю. Это как родственника вот взять на улицу отправить. Причем самого любимого. Нет, такого даже у меня в кошмаре не снится. Как люди на это... Мне кажется, если люди способны бросить свое животное, которым там они жили несколько лет, то они нас способны на более худшие поступки. И мне кажется, у таких людей нет сердца. Вот мне так кажется, честно. Да, да, про тебя говорю. Что ты пришел? Такой сидит, слушает, смотрит. Он сегодня по ветру гулял, и у него слезы текли. На нас вся пыль полетела. Вот твоим, пожалуйста. Как вот он улиц? Вся пыль летела. Там вообще на мне такой слой пыли и грязи был. Джо, иди чип мячик поиграй. Так что... Так вот. У нас на улице 20 градусов. Зима, холода, одинокие дома. Ой, блин. Да, вот такая вот погода. Мне сейчас нужно разобрать все это безобразие. И Чарли на своем позиции за чучами пошел. Пойду дам ему немного. И отдыхать. Да, моя рыба такая. Чучу засел, тебе чучу дать. Что бы ему там дать такое? Я, знаете, прячу все эти чучи. Почему? Потому что муж ему дает дофига и больше. Поэтому я прячу, чтобы он не нашел и не дал. А те, которые ломаю понемножку, и все. Иначе он сожрет все. Ой, прям целое ему дает. А это очень много. Да, ты готов все сожрать. Где? Донде стахугеты? Тра, донде стахугеты? Донде? Трай? Это я чай пила с молоком. Я, по-моему, вам об этом говорила перед уходом в спортзал. Что-то я так устала. Кстати, про тушь, которая от Рианы. Что я могу о ней сказать? Не ахти. Хотя, конечно, по первому разу я уже говорила, судить не... Ну, нельзя судить. Но как бы я... Нет. Ну, трай. Трай хугеты. Трай. Трай пока. Трай. И смывается плохо. Пришла домой, а у меня вот тут вот, как это говорят, глаза панды. Глаза панды. И пришлось еще мицеллярной водой подтирать. И все равно, видите, осталось немного. Так что, ну, не знаю, может быть, потом, в общем, через неделю посмотрим. Пока еще рано говорить об этом. Так что вот такие вот у нас дела. Все, больше ничего не будет происходить, потому что у меня сейчас будет последний герой у нас начался на той неделе. И вот я теперь зависаю над последним героем. У мужа футбол, у меня последний герой. Футбол. У меня последний герой. Только, конечно же, у него футбол не по платным каналам, которых у нас нету. Поэтому он сидит, зависает в баре. А я дома. Мне легче.
Пойду себе, наверное, апельсин порежу. Вот, что-то у меня к фруктов вообще не осталось. Завтра, наверное, в Алькампу заеду и куплю себе фруктики. Одно яблоко осталось, два мандарина. А хочется клубнички вкусненькой. Еще что-нибудь. Бананчик какой-нибудь. Нет, но банан я ем только один в день, потому что он калорийный. В общем, надо завтра налет на фрукты сделать и затариться. Вот. Так что будьте на связи. Подписывайтесь, кто не подписан. И встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.